Начать комплексную программу по геологоразведке и расширить географию поставок урана намерен «Казатомпром» в этом году. Возможно, компания будет участвовать и в его добыче в Африке, в Монголии и Узбекистане. Об этом сегодня сообщил председатель правления Миржан Юсупов. Отмечу, наша страна по-прежнему остается мировым лидером по добыче и продаже урана. По итогам 2023 года объем добычи составил 21 тысячу тонн. 18 тысяч из них реализовано почти на 1,5 триллиона тенге. Эти показатели стали рекордными за все время. В основном сырье Казахстан поставляет во Францию, Россию, Китай, США и Канаду. А в прошлом году список покупателей пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами. В рамках послания главы государства было поручение, в том числе по геологоразведке, то есть усилить работу по геологоразведке, мы как раз-таки в этом направлении именно в этом году начинаем комплексную программу. Мы хотим аллоцировать более крупные средства для того, чтобы начать геологоразведку и понять, где у нас, в каких географиях или в каких местах у нас находится уран, то есть дополнительные объемы найти и поставить на баланс. Ну, это, конечно, вопрос не одного года,